Удачи тебе! Мы в тебя верим. Самое главное, папа в тебя верит. Только вперед! Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сухроб. Я из Таджикистана. Живу в городе Душанбе. Мне 16 лет. Я пою для вас. С чего началось ваше увлечение музыкой? Просто понравилось, как папа поет. И я хочу тоже так, как папа. Ваш папа певец, да? Да. Если вы готовы, пожалуйста. Дождь не смоет мои раны, что не дают покоя мне в глубине, в тайне от взглядов. Так хочется обратно в дом, где осталась тишина. Там ты и я. Падали, падали вновь с высоты. Падали, но верили, что останемся вместе. Но все стало без тебя не так. Тратили время без остатка на других. Думали, весь мир подождет лишь нас двоих. Будто бы летали, не замечали, как разбивая вдребезги свои мечты. Падали, падали вновь с высоты. Спасибо большое. Вот она сила артистизма. Ну что, у тебя все впереди, тем более после появления в нашем шоу, возможно, отбоя от поклонниц у тебя уже не будет. Есть и такой плюс в выступлении на Central Asia's Got Talent. Очень приятно видеть в столь юном возрасте такую четкую отработанную подачу. Спасибо. Четко. Красиво спел. Очень душевно. Я даже не ожидал. Очень трогательно. Спасибо. Сухроб, я думаю, у тебя очень большое будущее. Единственное условие – это начать как бы серьезно, дисциплинированно работать над собой. Удачи тебе! Спасибо. Сухроб, я говорю тебе «да». Спасибо. Без слов я скажу «да». Спасибо большое. Я говорю «да». Спасибо. Я говорю «да». Спасибо. Удачи вам. Спасибо. 24, да, вы проходите следующий. Спасибо всем. Когда стоишь на сцене, слушаешь вердикт, это вообще очень страшно. Сердце вот так стук-стук бьется.